Такого количества народу в библиотеке не бывало и днем, но пришли сюда не ради чтения. Здесь настоящая вечеринка. Всероссийскую акцию «Библионочь» поддержали и в Улан-Удэ. Акция представляет собой развлекательное и познавательное мероприятие. Выступить в стенах храма знаний пожелали сразу две рок-группы. Акция проходит третий год, и в этот раз она посвящена культуре Великобритании. Отсюда и мастер-класс по английскому чаепитию, и нюансы, совершенно непривычные для нас. Если кто-то пьет с молоком, то 1,5 сантиметра от края чашечки. И если без молока, то примерно где-то сантиметр. Вот так. В другом конце библиотеки заняты работой. Актриса, а по совместительству рукодельница Лиана Щетилина, дает уроки бисероплетения. Несмотря на то, что ее работы удивляют сложностью, девушка уверяет, что за один урок тоже можно многому научиться. Терпения хватает ли? Хватает. Да, в принципе, хватает. Главное – видеть результат, цель, и все получится. А сегодня уже видите какой-то результат, который вам нравится? Да, я вижу, что у девочек правда получается. Если не получается, это не страшно, все получится. Главное – немножечко поднапрячься. Кто-то напрягаться не захотел, а решил запечатлеть себя в костюме Гарри Поттера. Специально для этого бесплатно работал фотограф. А вот мастер аквагрима мог нарисовать на лице не только известного героя, а все что угодно. Одним словом, ночь в библиотеке никого не оставила равнодушным. Пусть это все развивается и будет почаще, и будет еще в других каких-то местах. Ирина Ревенская, Виктор Еланцев. Новости дня.